Привет, мои дорогие друзья, мои подписчики, гости моего канала. Я вас всех приветствую. Привет, мои браньки, девочки, мои матушки. Муа! Я вас обожаю, девочки. Так, растопырка чек. Поставила специально для склерозницы. Знаете, это этот перекись. Потом полью цветы. Так, девочки, ну что? Я вам хочу сказать. Я вот целый день, время полпятого, я еще не жрамши, не ушубу рукава. Да, пошла в бассейн, думаю, ну все. Бабушка гуляет, наслаждается, а куй там называется. Короче, дело к ночи. Что я вам хочу рассказать? Мне звонят руководители и говорят, вам надо приехать в офис и переписать заявление. Вот, думаю, о, хорошо, уволят, как положено, ну, как и положено за один день. Нет, девочки, я, оказывается, букву не ту написала. Я им говорю, есть такой закон, там тыры-пыр, растопыр, никто никого не слышит. Типа там это, ну я завтра, ладно, завтра я 1-е число, я завтра позвоню и скажу, а вы почему нарушаете закон Российской Федерации? И почему это у вас вдруг образовалось государство в государстве? Конечно, девочки, я молчать не буду, конечно, я спрошу. Ладно, переписала заявление, типа за свой счет. Вот спасибо вам, кто-то из девчонок написал, а вам же пенсию не пересчитают. Вот видите, одна голова хорошо, а 100-200 человек, 2000 и 15 тысяч, это еще лучше. Понимаете, нифига мы с вами не знаем, по сути. По сути, что мы знаем? Мы юридически, о, зеро, ноль, ничего, понимаете? Поэтому у нас везде объект. Сегодня у меня будет праздник живота. Я купила себе 200 грамм мороженого. Ой, девочки, жрать хочу, умираю. Так, ну ладно, я переписала. Хрен с ними, девчонки, хочу уже убежать. Уже ничего не хочу. Пусть они подавятся, пусть они просто там... извиняюсь. Вот. Отклонить. Подружка звонит, всегда мне не вовремя. Просто дело в том, что в офисе очень хорошие ребята. Очень. Поэтому, конечно, ну, не знаю, я не хочу не ругаться. Вот. Поэтому, собственно, понимаете, переписала это заявление. С 14 числа я, типа, на своих клеймах ухожу. Ну и все. Конечно, там... Некоторые говорят, да ну что, все-таки решили? Я говорю, ну да, вообще-то. Ну, в общем, девочки, я рада. Я не хочу работать. Не хочу. Ни за какие деньги я не хочу работать. Девочки, приезжайте из Белоруссии, из Молдавии, из Украины. Приезжайте, устраивайтесь и работайте, зарабатывайте и процветайтесь. Процветайте. Все дело в том, что... Так, я купила сегодня орехи, а девочки, они сегодня уже не 240, а 370 рублей. Ну ладно, купила, не пропила, как говорится. Ладно, я купила вот сколько себе орехов, целую кучу. Так, что я вам хотела сказать-то? Короче, я не помню. Я вот зеленые яблоки я купила, наверное, тоже на Е. Ну везде меня на Е, ну что ж такое... Я люблю эти Golden. Девчонки, есть хочу, умираю. Ладно, девочки, где наша не пропадала, правда? Нас за эту жизнь уже так имеют со всех сторон, что только поворачиваться успевает. Так, что я купила? Ой, такой грустный. Купила салат. Это я его протаскала, девочки, он был веселый. Сейчас помою, буду есть. Так, купила подружке вот такую открыточку. Там шоколадка. Вот такую, там пожелания. В этот чудесный праздник хочется пожелать бескрайнего счастья, крепкого здоровья. Ну, в общем, вот такая вот открыточка. И внутри хорошая шоколадочка, молочный шоколад с фундуком. Положу в наборчик, да, девочки? Так, это что? А, купила мои любимые помидорки. Я их просто обожаю. Но это не те. Ну, сливовидные, ладно, купила. Купила один огурец. Надо начинать, девочки, худеть. А что вы думаете? Что вы думаете, матушки? Надо уже талию наводить. Чуки перы пришли, почунечки пришли. Так, что я еще купила? О, я купила сгущенки. Иногда, знаете, так хочется.
на булочку намазать. Что, Васечка, у тебя все есть, мой друг? Так, что я еще купила? Сейчас я вам все расскажу, как на духу. Короче, девочки, везде нас имели, имеют и иметь будут. Поэтому ничего никому не докажешь. Купила свой любимый крем Герантол. Да, девочки, у меня он быстро заканчивается. Фирма «Свобода». Самый классный крем. Самый классный. У кого сухая кожа, просто прелесть. Так. Сегодня бабушка что-то разошлась. Чеков он... Ладно, говорить не буду, сколько потратила. Так, смотрите, что я покупаю в Ашане. Ой. Значит, колбаса стоила 250, я купила за 150. Вот такая колбаска, варено-копченая. Называется она с грецким орехом. Колбаса варено-копченая с грецким орехом. Так. Эта колбаса называется балыковая. Стоила она 149, я купила за 89. В вакуумной упаковке вот такая колбаска. Пусть будет. Сейчас хочу вспомнить. Я уже 100 лет так не ела, девочки. Купила колбасу, она стоила 139. Я купила за 83. Вот такая колбаска вареная, называется сливочная колбаска. Написано, что без глутамата, без сои, без ГМО, без карагинана, что ли, какого-то. Ну, короче, поняли? Вот так. Так, Вась, иди отсюда. Вот такие вот дела, девочки мои любимые. Поэтому никто ничего мне не будет ни пересчитывать, ни считать, ни меня не увольнять. Никому я там нахрен не нужна. А вы говорите, законы. Значит так, ко мне заходит какая-то Галина и пишет вот такими буквами. Галина, ты уже возьми и прям раскладывай по букве, как кирпичи. Что там ты мне позавидовала? А чё сидишь на жопе ровно? А чё сидишь? Получила пенсию 13 тысяч и сидишь? Значит, тебе хватает? Или всё-таки не хочешь работать? Ну-ка расскажи, Галина, расскажи-ка, чем ты занимаешься? Напиши-ка нам, Галина. Что там, чему ты мне завидуешь? Каким там моим таким, что уж мне можно? Ей и там, ой-ой-ой. Ой, бабы вы, бабы. Ой, Господи, горе мне с вами, горюшка. Кому вы завидуете? Обычной тетке, которая херачит, не вынимая. Вы думаете, вот этот YouTube просто вышел, покривлялся и ушел? Нет, девочки. Это как завел эту молотилку. Ее надо молотить, чтобы заработать. А у вас все что-то как-то. Слава Богу, у меня... Вот, слава Богу, я говорю, наверное, все-таки... Всегда говорю, наверное, Боженька есть. Мне Боженька посылает хороших подружек, моих бравеньких. Девочки, нечем... Ой, у меня желудок заболел. Все из-за этой Галины. Почему такие Галины вредные? Скажите мне, что вы все ищете, блядь, какой-то подвох? Что вам все не так-то? Ну почему люди, которые работали, они пересчитывают пенсию, у них все нормально? А вы почему? Вы ушли на пенсию, сели на жопку ровно, пузочка отращиваете, сидите, да, жопка у вас тепленькая, у вас все в порядке, вы 3 раза поспите за день, да? Но при этом вы вот пишете, вот так. У меня вот, например, все подруги работают. Работают? Ну, хорошо, молодцы, значит, нравится. Значит, еще там что-то. Пересчитают пенсию, если официально работают. И им будет счастье. Не пересчитают, значит, не будет. Поэтому, девочки, вы ко мне не приставайте. Не приставайте. Так, значит, ну, вы поняли, о чем я вам говорю. Я вам говорю о том, что я уволилась, но не уволилась. Меня рассчитают только 13-м числом. А это значит, что, как правильно написала одна дама, а это значит, что полмарта я не буду получать пенсию, перерасчет пенсии. Понимаете или нет? Понимаете. Все вы грамотные, все вы все понимаете. Это специальная, называется, объебаловка, или как она там называется?
В общем, я не знаю. Короче, я теперь с колбасой, и это хорошо. Это запрещенный продукт, вы не ешьте, девочки. Вам это есть нельзя. Можно только мне. Как думаете, 2 яйца или 3? Нет, 2 хватит. Что-то не какие-то сполосну. А то, не дай бог, какая-нибудь ко мне сальмонелла. Так. Ой, как я рада. Ну, я, правда, сегодня заколебалась, честно говоря. Я сбегала в бассейн, в баньку. Я кругом... Ой, как вкусно пахнет огурец, девчонки. О-хо-хо. Да, все-таки вот когда долго не ешь, потом все вкусно. Так. Поэтому я пока сгоняла в бассейн. Потом поехала на работу. На работе там пока пообщалась. Ну, вы знаете, я вот еще раз повторюсь, все-таки хорошие у нас там люди работают. Там 2 мужика работают в Забайкалье. Наши хорошие ребята забайкальские. Самые настоящие, сибирские. Поэтому я не могу с ними ругаться и что-то доказывать. Вот. Конечно, они с сожалением, конечно, они так. Ну, приятно, с другой стороны, знаете, приятно, приятно, что там говорить. Врать не буду. Врать уж не буду, придумывать. Сегодня над Питером было закрыто небо. Полностью небо было закрыто, потому что шли учения. Что-то какое-то сопливое яйцо. Сейчас я буду лопать. Вот, было учение, а может не учение, может нам так преподают. Девочки, в душе неспокойно, неспокойно. Я не знаю, как у вас. У меня почему-то все время какой-то мандраж. Правда, девчонки, правда. Так, девочки, если вы хотите худеть, ешьте больше квашеной капусты, больше ешьте зелени. Зелень – это очень хорошо. Я сейчас настрогаю помидорки и огурцов. Потратила сегодня деньжат. Ну, не так много, конечно, не так много. И купила себе мороженое. А что вы думаете, буду отмечать сегодня? Сегодня я буду отмечать, кто рюмкой отмечает, а я мороженое. Сейчас поджарю колбасочку себе. Помните, когда у нас не было колбасы? Она была за счастье. Я жила тогда в Ростовской области, когда можно было спокойно втридорога купить в капторге этой колбаски. Я думала, что я вообще такая модная. Я помню, себе поджарила колбасочки. Ой, ну я думала, я вообще как светская жрица. Жрица, знаете, есть львицы, а есть жрицы. Так вот, я и жриц. Девочки, завтра я проснусь. Мне не надо в 5 часов вставать. Мне не надо никуда бежать, мои матушки. Представляете? Вот, поэтому так, опять кто-то звонит, надо отклонить. Вот так, когда я начинаю писать ролик, и начинается вот такая вот хиромантия. Так, девочки, я вам все рассказала, все вам. Так. Я помыла салатику. Сейчас я вот так об салфеточку высушу, положу. Вот столько у меня будет зелени. Посмотрите, девочки, вот столько зелени. И сюда положу колбаску и яйцо. А потом закушу. И я мороженка. Спасибо, девочки, кто подключил VPN. Если вы подключите VPN, я увижу, что хотя бы я по центу, по 2 я зарабатываю в день, я буду рада. Тогда я буду стараться для вас, а вы будете просматривать мои ролики с VPN. Это самое главное. Вась, опять скажу, что ты на столе. Ядрен батон. Ой, девчонки. Девочки. Я хочу в санаторий, я хочу массаж, я хочу мужика найти там, с ним там танцевать, джаги-джаги. Буду там танцевать, мужиками крутить, надо мне похудеть на 5 килограмм. Да, я люблю, девочки, мне аж неудобно перед женщинами. Василий мой там, да, я танцую, я пляшу, а мужики ж думают, ну приехала, сейчас мы эту бабу снимем, сейчас она такая активная. А эта баба только может потанцевать и сказать «До свидос».
дедушки, до свидос, дедушки. У бабушки уже гормоны спят. Ой, девчонки, как над ними смотреть, на них, на этих мужиков? На какие мужики? Ну, после 65 лет это уже глубокий дед, глубокий, беззубый. Уже, ну, понимаете. Хотя нет, я там в прошлом году с таким белорусом, позапрошлым, с таким белорусом зажигала. Найду себе белоруса и буду танцы делать. Девочки, желаю вам приятного аппетиту, аппетитчику. Вы говорите, у вас волосы. Вот я сегодня сняла шапку, девчонки. Видите, как я с темы на тему прыгаю, а это неправильно. Вот, шапку сняла, они у меня вот такие. Поэтому я, надо мне срочно сделать легенькую химию. Да, карвинг называется, или просто химия слабенькая. Вот, она есть, эта химия, на все волосы, она есть на накрашенные, есть на обесцвеченные, есть на натуральные волосы, всяко-всяко разное. Все, девчоночки мои миленькие, хочу есть, даже не есть, а жрать, чего уж там. Спасибо вам, девочки, за ваши адекватные комментарии. Спасибо вам за лайкосики, спасибо, что смотрите через VPN, что смотрите рекламу. Огромное спасибо, кто смотрит меня в Европе и в Америке. Огромнейшее спасибо. Я теперь, тетенька, буду не работающая, но денежку, которой надо тоже какую-то получать. Да. Да, девочки, и можете мне даже не писать. Это тоже работа. Это тоже работа, это тоже общение. Показать вам мое блюдо. Вот это я сейчас все схомячу. Представляете? Всем приятного аппетита! Люблю вас! Пока-пока!